В этом году историческим событием, которые стали поводом для учреждения Дня России, исполняется ровно 30 лет. 12 июня 1990 года народные депутаты приняли декларацию о государственном суверенитете России. Долгое время россияне отмечали эту дату как День независимости, но в 1998 году президент Борис Ельцин предложил переименовать праздник, назвав его День России. Мы решили провести небольшой социологический опрос. Знают ли дагестанцы, что сегодня празднует страна? Просто спрашиваю население, знают ли они, какой сегодня день? День России, Конституции. А знаете, с каким событием связан? Ну, конечно. А с каким? Ну, Россия объединенная. День России. А с каким событием связан? В курсе? Честно говоря, нет. А что-то для вас значит этот праздник? Ничего абсолютно. Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня День России. А знаете, с каким событием связан этот праздник? Честно, нет. Фактический опрос. Спрашиваем население, знают ли они, какой сегодня день? День Конституции России. А знаете, с каким событием связан? Нет, не знаю. Обычно День России же. А с каким событием связан? Извините. Я бы вам мог сказать, мусульманские праздники, но День России. Конечно, День Конституции. А знаете, с каким событием связан? Не хочу. Это же День России. А с каким событием связано? Ну, это, по-моему, Конституция у нас. Сегодня? Да. День России. С утра случайно узнал. А как вы узнали? По телевизору. А вы знаете, с каким событием связан этот день? Нет. К этому отношусь, знаете, равнодушно, можно сказать, как по-простому. Почему? Чтобы все понятно. Нет. Вот чувствую и все. А вот для вас этот праздник что-то значит, вот День России? Абсолютно нет. Ничего не чувствуете? Ничего не чувствую. А почему, как вы думаете, чем это связано? Раньше я чувствовал праздник, сейчас нет. А раньше-то когда? Раньше в советское время.